Счетная палата отчиталась о проверках, начатых по поручению Верховного Совета. Так, некоторые данные депутаты получили в режиме «секретно». Часть информации Счетной палате не предоставлена на том основании, что это нарушает закон о банковской тайне. В некоторых случаях отмечено, что проверка проводиться не может. Ряд действий Счетной палаты оспаривается в судебном порядке, часть проверок еще не завершена. Новых данных практически не озвучено, но депутаты заявляют о многочисленных нарушениях и нежеланиях представителей другой ветви власти встречаться с парламентариями. Министр юстиции отметила, что для этого депутатам следовало включить соответствующие вопросы в повестку дня и известить коллег о желании обсудить тот или иной вопрос, как это положено по регламенту. Эта часть сессии оказалась жаркой, но показать ее мы вам не можем, поскольку операторы государственного телеканала по-прежнему не могут производить съемку сессии Верховного Совета.